Друзья, как вчера вам в видео и говорила, что пойду к своей турецкой подружке помогать ей сеять томаты. Вот уже дошла она до моего райончика, центра Нойдорф. Вы уже знаете, много раз со мной ходили. Вот живу я там. Видите, там в самом-самом, вот где дома виднеются. И вот пешочком потихонечку уже дотопала. К ней сейчас мне, вот у нее, она там, вот там, вот живет. В общем, где-то километр мне топать. Иду пешком. Дождя нет, ну так прохладно, прохладно на улице, но ничего, дотопаю. Так что вот, иду и беру вас с собой. Это наш райончик. Вам уже показывала, много раз я его. В общем, идем, друзья. Вон ее дом недалеко. Живет она в собственной квартире, они ее купили. Это дом на две семьи. В общем, наверху швейцарцы, внизу весь этаж их. Так что это дом, квартира частная у нее в собственности. В Швейцарии нужно заплатить 20% от стоимости квартиры, ну или дома. И остальное вы уже платите кредит. Там кто на 25 лет, ну, в зависимости от возраста и дохода, конечно. Сейчас многим, кстати, отказывают. Не так и легко получить кредит на квартиру. Вот, друзья, таким образом дом выглядит. В общем, первый этаж ее, а наверху швейцарцы, как я вам и говорила. И также есть свой огород. Вот. И мы сейчас заходим. Где она у нас? Ну что, друзья, зашли в дом. Вот видите с улицы как? Неджла, вы уже знаете, да, Неджла? Али Кеннедихшун. И я пришла к ее дочке. Вот. Неджла живет рядом со мной, а дочка ее отдельно. Вот, что я вам и говорила. Купили. Квартирище огромное у них вообще тут. Комнат 6, наверное. Ну, все, не буду, конечно, показывать, неудобно. И сейчас мы вот будем здесь в зале. О, кому-то день рождения было. Так, быстренько так сниму. Тут у них попугаи. Чистили, видать, что-то. Ну, огромная квартира, короче. Классная. Кухня, вон, новую они кухню сделали. Вот, смотри. Вот, смотрите, шикарная. Хиляль, вифиль кухня? 32 тысячи. Цвайн трайсик тузик. Франк. О, видели? 32 тысячи франков кухня стоит. Так что вот новая. У них была тут старая, но они поменяли. Вот. Ничего себе. Дорого. Ну что, приступим сейчас к посеву семян. Ну что, друзья, закончили мы посев. Это здесь острые перцы, они любят. Все, я им посеяла. Так, включили батареи, а то они были у них отключены. Я сказала, без батареи, без тепла. Вот сейчас тепло пошло, ничего не прорастет в холоде. Вот таким образом я все тут организовала. Еще раз вам повторюсь, что у каждого свои условия, и каждый по-своему сеет. Вот, я уже тут, были большие кассеты, я их разрезала, в общем, положила по 2-3 семечка, в некоторых даже и по 4. Особо у них нету такого большого, как сказать, разнообразия сорта, и они, ну, им, в общем, они не хотят. У всех как бы свои, вот, подписали, заклеили, сверху присыпала землей, пролила, и все. Вот, получилось 16 сортов. Где-то даже есть два наших. Моих, ну, то есть русские. Раньше я им давала. Но они больше любят черри. И вот такие, как бы, овальные. Ну, как в форме яиц. Такие сорта. И крупные также. Пару тут турецких. Ну, в общем, буду вам дальше показывать. Так, теперь. Вот, смотрите, у них вид из окна. Вот землю она подготовила, как я и сказала. Земля отличная.
Смотрите, шикарная земля. Она так, вот, ну, в общем, все, как я и сказала, она сделала. Просеяла эту землю, добавила перлит, тоже купила. Ну, и вот семена. Вот. Разные. Ну, тут тяжело вам даже, я не стала снимать, какие мы тут сорта высевали. Ну, вот, примерно, турецкие. Вот. Сейчас быстренько вам покажу, что смогу. Вот такой. Ну, вот, к сожалению, вот наш российский сорт. Каждый по-своему хранит семена. И, конечно же, люди на этом не заморачиваются. Вот такой. Вот еще Дебарау розовый. Тоже российский. И, в общем, они сеяли то, что им понравилось в прошлом году. Если я все новое пробую, то они то, что вот им понравилось, то они еще раз, в общем, одно и то же гонят. Каждый, как говорится, сам выбирает. Ну и там и много семян, которые они сами, то есть вот с российских моих семян, которые мы и раньше давала, они брали свои семена, вот мы посеяли. Вот пушистик розовый, они любят, посеяли, и вот сейчас его тоже. Ну, в общем, выбирали из тех, что им понравилось. Вот, друзья, сейчас идем там чаек, кофеек попить. И потопаю я уже домой. В общем, турецкая культура, как и у русских. Всегда гостеприимные, угощают. Ну, в общем, ой, машина открылась. Вот, друзья, потом поставим вот сюда. Вот она стол уже припасла. Это в прошлом году мы с ней это делали. И вот видите, вот эти крючки у нее. Вот. И вот так мы подвешиваем лампу. И вид у нее, видите, огромный, конечно, балкон. И солнечная сторона. Вот. Так, сейчас я вам покажу, что у них тут на улице еще. Трое деток у нее. Для детей вообще раздолье. Вот такой балкон. Вот можно, конечно, там тоже, видите, огородик такой небольшой разбить. Но у них есть огород. Я много раз вам его показывала. Так что вот. И вот тут сверху живет другая семья. Вот дом на две семьи. Так что, друзья, все, посеяла семена своей подруги. Сейчас попьем чайку и потопаю домой. И пойдем. Вот как в России гостеприимные всегда. Ну, мы уже дружим. Неджла, биеланга вермидиршон, фюфцен, зехцен, яры, кены. Ганс сланг. Я у нее даже дома была в Турции. У нее есть шикарная квартира в Стамбуле. Много раз мы с ней ездили в Стамбул. Там у нее останавливались. Единственное, что она далеко от центра живет. Даже мы, она, имея свою квартиру в Стамбуле, мы с ней были, снимали, как сказать, отель в центре на пару ночей, чтобы нам там в центре потусоваться, чтобы так далеко не ездить. А так у нее, конечно, вообще шикарная квартира. Ну что, друзья, пошли мы домой с Неджлой. Топаемся сейчас в Мигро, вот зайдем в Денер. Показала вам сегодня, как сходила в гости к моей турецкой подруге, вернее, к ее дочери, потому что Неджла-то рядом со мной там живет. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, а мы с вами увидимся в следующем видео, друзья. Желаю всем хорошего дня. Вот смотрите, у нас как распогодилось.